это просто песня. Ура! Я, честно говоря, очарована многими лицами, которые участвуют в этой программе, доселе мне неизвестны. Например, совершенно очарована вокальными данными Дайнека, Вика Дайнека. Потрясла меня совершенно, конечно, своим диапазоном, великолепным владением голоса, знанием английского, ее историю, как она танцевала на столе, папа ее диджеил в клубе, ну и так далее, и так далее. Потом совершенно очаровательная вот героиня была нескольких программ из города Магадана, юрист, совершенно такая, ну совершенно запоминающаяся, фактурная девушка, Лебедева, Юлия Лебедева. А я сижу и думаю, мне всегда нравился Штирлиц, я спала с его фотографией под подушкой, честно. Нет, вот как-то все эти четверо, они были крутые. Но круче ответ. Тихонова не было никого, честно, для меня на тот момент. Ягода малина летом в гости звала, как сверкали эти искры на рассвете. А какой сладкой малина была. А еще вот прям должна обязательно отметить вокальную поддержку. Вот ребята на бэк-вокалах работают. Это потрясающий проект, это потрясающая возможность вообще, наверное, для всех поклонников своих любимых артистов услышать их живьем, причем не только в исполнении своего какого-то авторского материала, да, который мы привыкли слышать, но и видеть, наверное, вообще неожиданные моменты. Это сборная, то есть я даже подошла к ним и спросила, ребята, как, может быть, у вас бренд, как вы называетесь, как долго вы сотрудничаете друг с другом. Оказывается, это ребята собраны из разных городов, из разных коллективов, но настолько слаженно, настолько великолепно звучат. Ну, это старая истина, что сцена лечит. Да. Выходишь на сцену, и то ли сам формат захватывает, то ли они все действительно замечательно поют, появляется какой-то драйв, какое-то настроение. И я вот все время думал, я играл здесь телеведущего, ну, поскольку я артист, телеведущий — это отдельная совершенно история, я не знаю, что это такое. Есть великие, есть Кинг, есть Литерман, есть Опра Уинфри, есть Юра Стоянов, я артист. Я вот все думал, я играю роль ведущего сейчас или я ведущий? Я не знаю, кто я. Я был, старался быть самим собой. Может, чей-то высокий, изысканный вкус скажет, не может быть, это тот театральный Юра Стоянов, который сыграл там-то, который снимался у Никиты Михалкова, который 20 лет вел программу «Городок». Да, тот же самый, абсолютно тот же самый. Мне нравится то, что делали эти люди. Я получал от этого удовольствие. То есть испытывал одно из двух подлинных чувств, которые испытывает артист в кадре. Ему либо нравится то, что он делает, либо не нравится. Мне нравится. Я в этой программе приобрела приемного отца, потому что в какой-то из одной передач он меня назвал своей доченькой. Я так подумала, что, по-моему, сколько у него, 3 уже есть, я буду 4-й. Я согласна, хоть быть 34-й. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, 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 и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Я хочу сказать, меня никто не остановит. Я уверен, что на российском телевидении родилась новая звезда. Юрий Стоянов как ведущий. Все знают, что он гениальный актер, но я не знал, что он еще и ведущий. То есть вот создать атмосферу, держать зал, разные люди. Абсолютно разные характеры. Мужчина, все заговорили, и он создает ощущение душистости. Не побоюсь этого слова, я же сценарист, я же еще.
Мои подруги, которые никак с шоу-бизнесом не связаны, они все время меня тащат в караоке, потому что они так отдыхают. Это нормальная ситуация. И говорят: Саша, пожалуйста, ну спой романтику или там «Не виновата». Я говорю: я не могу, говорю, девочки, мне, во-первых, неудобно. Говорю, во-вторых, ну как-то, ну что я сейчас, вот я только что с концерта пришла, что я буду свои песни петь, но это как-то вообще ужасно. И сижу там где-то в уголочке, тихо отсиживаюсь. Бывают, конечно, какие-то моменты, когда мне что-то хочется действительно спеть, и я это пою. Вот. Но благодаря этому проекту песен, которые я теперь буду петь в караоке, гораздо больше появилось у меня. Я с памяти стираю, я обнулю его, и больше никого после него. Она так любит петь караоке, и на мягких диванах будет ждать свою очередь. Белые обои, черные. Шел мимо и тут бах, живой звук. Вот, обычно всегда мертвый какой-то, а ты живой. Ну как, ну позвонили, предложили, хорошая идея, почему нет? Объясните теперь нам в актере, почему я на ней так сдвину. Белые обои, черная посуда на хрущевке. Совершенно очарована, как работает на сцене, потрясена в очередной раз энергетикой, харизмой Сосо Павлиашвили. Это, я вам признаюсь, я в принципе очень неровно дышу в сторону Грузии, культуры и вообще любых представителей вот, Кавказа. И это прямо, может быть, кстати, что-то у меня, кто-то там в каком-то колене, может быть, потому что я прямо вот, ну, вот как будто я сама оттуда. Печь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я... Когда Сосо выходит на сцену, это, во-первых, уже всегда завидно, неизвестно, неважно, какая песня ему попадется в программе, но это уже заведомо что-то шедевральное. Совершенно что-то шедевральное. В мире жесток, о ком-то далек, но все равно о себе. Она возьмет суши, пусть отдохнут уши от громких ее побед. Платье синим отливом, она так красива, с бокалом роже. И в книге всех твоих рекордов. Очень профессиональные люди делают эту программу, поэтому все сделано достаточно быстро, и основное время ушло на креатив этой программы. И теперь везде от песни до джерси, караоке системс последней версии, как будто чья-то диверсия, как перед зеркалом в детстве и сам Касперский. Любой новый проект, который абсолютно неформатный, заново придуманный, все ошибки, шишки мы набиваем сами. Некоторые люди, которых я раньше знала, но не знала лично, просто открылись такой вообще другой стороны, что это просто какие-то потрясающие ощущения. Рачей Лебатави Сулит. Мы ам симгера судгни, чем сагварил халкс. Мы ам симгера судгни, чем мегобревс. Ам симгера судгни, чем шоблевс, чем шуйлевс. Намагал хмельц. Живой звук, живой звук. Передача хорошая, передача добрая, передача семейная. И мне кажется, что смысла соревноваться вообще никакого нет. Есть здоровый стимул просто хорошо делать свое дело, петь, там, веселиться, не знаю, играть, разговаривать. Мы просто приходим сюда получать удовольствие. Словно с темного неба сошедшая. Еще хочешь себя оправдать. Река не дна. Начинать сначала. Я водяной, я водяной. Катерь белая, залита льдом. Все цыгане спят непробудным сном. Он уехал прочь на ночной электричке. В темноте шагов ты все ждешь по привычке. Программа может реально показать людей в нашей эстраде, которые действительно поют своим голосом, которые достойны того, чтобы быть на эстраде, потому что у них есть свой прекрасный, замечательный голос, они умеют это делать и умеют это петь.
плакать, а правда так? Как тут не плакать, как тут слезинкам средства с них давать во тьму. Клёво! Это живой звук на канале «Россия». Я иду такая вся, дольше капана. Я иду такая вся, на сердце рано. Слезы душат, душат, я в плену обмана. Но иду такая вся, дольше капана. Друзья, спим вместе. Что я говорю? Я хотел сказать, не засыпаем вместе. Или точнее, не спим. 5, 6, 7 и 8.